Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 25, упражнение номер 13. Определи без измерений, где чей прямоугольник. Если Витя начертил прямоугольник, площадь которого на 2 сантиметра меньше, квадратных меньше, чем площадь прямоугольника у Кости, но в 2 раза больше, чем площадь прямоугольника у Севы. Площадь синего прямоугольника равна 8 сантиметрам квадратным, розового 3 сантиметрам квадратным, зеленого 6 сантиметрам квадратным. Следовательно, у Вити зеленый прямоугольник, у Севы розовый, а у Кости синий. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.